Якутский хореографический колледж имени Аксении и Натальи Посельских посетили профессор балетной школы из Кореи, руководитель ассоциации корейского балета Пак Чехон и директор балетной школы имени Петра Чайковского Сува Хитоши из Японии. Через месяц в Корее пройдет конкурс балетного искусства, и юные артисты из Якутии заявлены в нем на участие. Добавим, что азиатская балетная школа считается сильной и интенсивно развивающейся. У специалистов также есть интерес посмотреть на подрастающих звезд якутского балета. Профессор сегодня ознакомился с репертуаром хореографического колледжа и показал мастер-класс. То, что вот он сегодня увидел, национальный танец на основе балетного искусства, и они тоже также они создают такие же спектакли, ну, то есть соединяют корейскую культуру и классический танец. И это было бы очень интересный эксперимент посмотреть, как западная культура встречается с азиатской культурой. В планах создать свое комьюнити именно на пространстве Азии, и, конечно же, эта часть России их интересует.